Анапские спортсмены стали победителями национального первенства. С 6 по 10 апреля в Орле проходило 8-е первенство России по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие 1300 лучших бойцов из 57 регионов России. Честь Кубани защищали 50 юных спортсменов. Анапчанка Ульяна Карпенко из Кузни заняла первое место в разделе «Микс-файт». Выполнила норматив КМС и вошла в сборную России. В решающем бою Ульяне удалось выиграть у чемпионки мира по всестилевому карате, а ранее показать самую быструю победу на турнире. Для проведения болевого приема ей понадобилось всего 13 секунд. Также вошел в сборную России и стал победителем первенства анапчанин Богдан Сарсаматян. По результатам соревнований команда Анапы признана лучшей в Краснодарском крае. Поздравляем спортсменов и их тренеров Александра Аганезова, Самвела Сарсаматяна и Арсена Курбаналиева с высоким результатом. Желаем ребятам дальнейших успехов на национальных и международных соревнованиях. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – магазин «Фермерские деликатесы» по адресу улица Крымская, 177. Здесь каждый, даже самый искушенный гурман, найдет себе что-то по вкусу. Порадуй себя и своих близких настоящими деликатесами. Белорыбица, чавыча, палтус, нерка, морские и мясные деликатесы, сыры и, конечно, вкуснейшее украшение праздничного стола – красная и черная икра. Все это вы найдете в магазине «Фермерские». Фермерские деликатесы по адресу улица Крымская, 177. Здесь каждый, даже самый искушенный гурман, найдет себе что-то по вкусу.